Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и вот 16 июня вышла игра Desperado Stream. Я хотел постримить, но у меня проблемы со стримами периодически происходят, так что просто запишу такой первый взгляд на игру глянуть. Когда-то в конце 90-х я много играл в игру Commandos 2, такой тактический стелс в реал-тайме. Потом выходили, вот не знаю, Desperados 1 и 2, это вот примерно те же Commandos, только в мире Дикого Запада. А с год или два назад выходила игра Shadow Tactics. Это уже в мире средневековой Японии, такой про ниндзя был, стелс. И та же команда, которая выпускала Shadow Tactics, вот сделала Desperados 3. В общем-то, вот такой краткий ликбез. Хочу посмотреть на новую игру. Сложность нормальная. Поставлю. Язык диалогов русский. Давайте глянем, что они сделали с Desperados 3. Прямо скажу, это прям не мой самый любимый жанр, как вы понимаете. Но то, что в тактических стелсах надо думать, и то, что это умные игры, это вообще не подлежит сомнению. Просто я не настолько... Знаете, не настолько терпеливый иногда, чтобы в стелсе выжидать, что произойдет. Ну ладно, давайте. Ну, где какая картинка? Что-то. Ага, вот что-то начинается. Не знаю, если будет озвучка на русском, то я, пожалуй, отключусь. Джонни, ты отстаешь, живо! Догоняю, пап! Я впереди! Ты за мной и не высовывайся! Да, сэр. Что-то картинка ярковата, мне кажется. Все, мы уже начинаем. Ну, это, видимо, сейчас будет какая-нибудь обучающая миссия, конечно. Да, что-то вообще очень, очень ярко. Так, вернулся. Вот все так. Будет. Так получше. Да. Не вопрос. Ну и где папаня? Стрелок. А так, нам, видимо, сюда надо. Так нечестно. Низкая. Я ж отсюда виски чую. Сделаем. Когда враг видит вас, его поле обозначает желтее. Ну да, это эти знаменитые конусы. Конечно, в этом стелсе, если желтый цвет до вас дойдет, вас враг обнаружит, атакует и поднимет тревогу. Выбейте врага с помощью кнопкой мыши, чтобы видеть его поле обзора. Первый охранник. Тут надо поаккуратней. Ага, уже в пути. Так, нам на лестницу наверх почему? А где папаня-то делся, сейчас что-то не пойму. Или никогда. Ой. Черт, выпить бы сейчас стаканчик. О, можно спрыгивать. Так, я так понимаю, что нам надо туда. А, вот папаня. Как, здесь, а как он прошел? Конечно. Что это за... Нажмите F5 в любой момент, чтобы сохранить игру. Быстрая загрузка F8. Делайте это почаще. Неудача это естественно. Молодчина. О, пишет. Не отходи далеко. Сколько было последнее сохранение, прикольно. И я все сделаю. Очень странная озвучка у пацана, честно говоря. Купер может бросить монеты, чтобы отвлечь врагов в синем радиусе. Нажмите D. Ага. Отвлекаем. А нам надо куда? Как-то его отвлечь. Без проблем. А я нам... монетку кину. Дельная мысль. Заставь его отвернуться, мне большего не надо. Понял. Так, какая у него... Иду. Хорошо, что я их прихватил. А
Ой, не кинул. Кому фальшивых монеток? Орел или решка? Он не услышал монету. Глухомань, блин. Интересно, как? У меня их много осталось. Ну, давай так. Да, блин, что я на правую кнопку жму? Брось монетку ближе. Да чё за глухомань? Может, ему в лоб прямо бросить эту монетку, чтобы он услышал? Кому фальшивых монеток? Да боже, чё? У меня почему-то правой кнопкой желание бросать монету. О. Понял. Помни главное. Думай медленно, действуй быстро. Трупы прячем обязательно. Молодец, внимательно меня слушал. Все будет. Фига себе, чему батя учит. Так, и что дальше? Давай со мной, и что по-тихому. Да мы и так уже в низкой стойке. Конечно. Идем. Так, слушайте, ну может я пропущу показывать вам обучение, просто до нормальной миссии дойду. И тогда я покажу вам. Обучение продолжается, но тут уже так поинтереснее стало. Смотрите, вот как камера двигается, как карта нарисована. Ну, в общем, прошел я обучение. Ничего сложного не было. Ми-ми-ми. Хорошее название для студии. Создателя. Батя сказал, что если получится с 15 шагов попасть ножом в дерево, то даст нам пушку. Но, видимо, не судьба. Ладно. Что же будет в основной игре? Миссия, видимо, ограбление поезда. Кто-то просто... Мы будем грабить или, наоборот, убегать из поезда? Сюда, зайдем ему в бок. Как-то очень много... Твою мать, он нас заметил! Как-то очень много грабителей тут. Он там, держи его! Не дайте ему уйти! Вообще эпичненько. Живых не оставлять, парни! Толстухрен опять зашла с козыря! Эй, мне хоть что-то оставьте! Скалистые горы, перевал Байерса, Колорадо. Ну, так какая у нас тут задача будет? Так, что тут у нас? Ой. Отравление железом произошло. Ну что, это этот пацан вырос, я так понимаю, которым мы были. Сдается мне, ты тут не билеты проверял. Шуточки за 300. Похоже, у нас незапланированная остановка. Пойду-ка выясню, что стряслось. Только сейчас решил. Поезд уже фиг знает сколько стоит, там выстрелы слышны. Вот это вот все. Так, вот так у нас крутится камера, но... Кстати, наклонять больше ее невозможно. Ладно. Ну так что? Надо пробраться в начало поезда. Да, кстати, надо не забывать сохраняться. Вы можете убивать врагов в ближнем бою, используя нож, или оглушать их. Нажмите А, чтобы выбрать нож, потом левую кнопку мыши для атаки. Для оглушения либо поменяйте навык на панели навыков, либо используйте Y. Ну, я бы, конечно, оглушал. Наверное, что-нибудь... Главное, подобраться поближе. Дается за то, чтобы так вот пройти втихаря. Уж меня простите. Без обид. Связываем и в кусты. Хотя, я думаю, тут не надо будет в кусты затаскивать в данном случае. Купер может метать нож, чтобы убивать врагов с дальней дистанции. После этого он должен подобрать оружие. Нажмите S, чтобы выбрать метание ножа. Потом нажмите... Уберу его прямо отсюда. Лучше всего метнуть нож. Кто там на свете зажился?
Обойдемся без смертоубийств. Так, надо будет не забыть поднять потом ножик. Так, там что-нибудь есть интересное? Похоже, нет. Поторопимся. Не надо ли мне этих ребят убивать? Ой. Иду. Ах, черт. Твою же мать. Ну, давай. Попробую сейчас обоих. А вообще я тут должен, по идее, шуметь? Бай-ю-бай. Давай-ка мы тебя свяжем. То есть я, наверное, слишком близко. Ну, вообще, почему-то второй чувак вообще никак не среагировал. Какие-то ачивки получаю. За связывание, похоже. Так, вот, по-моему, уже никого нету. Можно бегать. Шо дурной? Так, можно нажимать на H, чтоб подсвечивало. Вообще, не так, вообще никого нету. Тачки. Да, они отлично подготовились. Так, нож я забрал. Наверх надо забраться. Да, точно наверх надо забраться. За работу. Вообще-то пока никого нету. Да, сохранится хорошая идея. Так, вот этого, я думаю, ножиком надо будет. Кого-то мы пропустили. Могу я до него ножиком? Вижу, отлично. Могу. Вот и славно. Нет, не подхожу, да? Вылазь, давай! Я знаю, что ты тут. Нет, не получается. Сейчас или нет? Ну, с другой стороны, как будешь бы... Он меня особо не мешает. Ладно, значит, идем сюда. Мы у тебя и жизнь отнимем, и кошелек. Боже, как вы меня напугали. Вы можете нам помочь? Купер может расстреливать охранников из револьверов. Оружие стреляет громко. Если враги услышат выстрел, то поднимут тревогу. Нажмите F, чтобы выбрать один из револьверов, потом стреляйте. Кого-то мы пропустили. А может, мы попробуем все-таки не убивать? Ну это как-то. Вылазь, давай! Я знаю, что ты тут. Так. Я бы ножом, честно говоря. Давайте попробуем монетку. Я буду стрелять. Вот сюда. Бросить. Нет, не подходит. Мы у тебя и жизнь отнимем, и кошелек. Всегда работает. Что вот так, если... Мелочь нужна? А? Смотрите, ну, учи. Подойди. Все. Твою ж мать. Не-не-не-не. Давай тебе смертоубийство. Видели? Блин. А вот и он. Все-таки... Старый. Я все равно тебе... Один быстрый, другой мертвый. Благодарю вас, незнакомец. Найдите место, не очень качественно. Мне кажется, можно было проще как-то... Так, нафига мне труп? Мне кажется, можно было как-то без убийств. Чудом спасся. В другой раз надо сперва прополоть как следует, а уж потом шуметь. Согласен. Так, сохраняемся. Не знаю, немножко раздражает эта плашка про быстрое сохранение. Другое дело, ну, это хорошо напоминает. Не с места, приятель. Давайте обойдемся без глупостей. Пора за работу. Купер может стрелять из двух стволов одновременно. Нажмите Shift, чтобы перейти в режим побоища. И выбрать надо две цели. Надо уложить их обоих разом. По тебе пуля плачет. Ну что, пошумим? Нормально. Эпичненько. Это что еще за... Я бы сказал, вы у меня... Зорро. Эй, эй. Что за шутки? Я бы сказал, мы квиты.
Почему он... сейчас предлагаю вернуться вам в свой вагон? Дальше я справлюсь. Почему он фиолетовый пледик укутан? С этими двумя справились? Послушайте, мистер... Купер. Мистер Купер, мне платят за то, чтобы этот поезд добрался до Флекстона. Был бы признателен, если бы вы мне не мешали. Знаете что, мистер... Маккой. Доктор Маккой. Так вот, доктор Маккой. Как я это вижу, путь тут только один. И мне тоже надо попасть во Флекстон. Как угодно, но не говорите, что я не предупреждал. Очень суровый доктор. Так, я так понимаю, что тут вот все нам надо... завалено камнями. Похоже, бандиты завалили туннель. А вы думали, почему поезд остановился? Расчистить завал будет непросто. Угу. Хорошо, что они оставили на плато взрывчатку. Взять как-то он так говорит. Очень. Других у меня не бывает. Очень ладно. Круто говорит. Тогда за дело. Договорились. Так, ну что, мы теперь вдвоем? Какие у этого способности? Шприц. Прикончить врага в ближнем бою, доктор. Поставьте, доктор, конечно, как приманку. Первый враг, который его заметит, подойдет посмотреть. Если он откроется квест, то ненадолго ослепнет. Любой каприз за ваши деньги. Ну, то есть, понятно. Так, а мы как-то... Держим дистанцию. Не вместе теперь ходим. Прямо ограбление. Ой. Я свой саквояж как приманку. Ой. Ну и кто это тут у нас? Торопимся. Это я тупанул. Вот ты где. Все, нету, я спрятал. Я... Я так понимаю, что... Думаешь, ты крутой, да? Так, затолкнул. Понял, вот меня и убил. Короче, тупо пошел. Еще и быстрый сейф не сделал. Так, вот теперь я нормально буду использовать способности. Прячусь в кусты. Я использую свой саквояж как приманку. Прячьтесь и восхищайтесь. Так, этот поезд. Приманку давайте сюда. Кому бесплатно? Чтобы этот не увидел, что с этим происходит. Все из кустов выбросили саквояж. Тебе не хочется первым делом кусты проверить? Газовая ловушка, да? Ха, неплохо. И как открыть ваш саквояж, чтобы не пострадать? Никак, мистер Купер. Если вы не я. У тебя неприятности! Что это там за... Кто-то... Обойдись без смертоубийств. Ну, начнем. Я решил его убить. Вообще, надо шифтом... То есть, шифт на паузу нажимает, останавливает, и вы можете придумать всякие... Другие, так, что за лестница у нас будет вниз вести? Тут что-то интересное, судя по всему. Так. А этот куда смотрит? Ага, вполне могу сюда подойти. Пока немножко проблемки с переключением между персонажами, поэтому... У меня осталось пара фокусов. Ну, давайте... Сюда брошу. Куда? Офигительно бросил. Да, я тоже об этом понял. Все в порядке. Сколько раз меня эта штука выручала? Прямо как на рыбалке. Какого черта? Улов. Так, Дендер, мы проехали. Подобраться поближе. Офигительно. Ну да, конечно, со стелсом у меня так себе. Так что? Продолжим? Есть. Не вопрос. Иду. Ну, немножко, вы знаете,
мне не очень удобно управление, особенно переключение между персонажами и постановка его, их вот вскрывание. Так, Маккой может использовать свой кольт бантлайн, чтобы убивать врагов с дальней дистанции. Если это навык нужен ему для задания, у него всегда будет последняя золотая пуля про запас. Понял. Ну, вперед. Так, ты давайте вот сюда сходим. Я сниму его отсюда. Ха. Поверю, когда увижу. А, кто-то устроил пикничок. И больше ничего. Мне лучше вернуться. Я думал, что-нибудь... Работу. Я думал, можно будет что-то надыбать себе прикольного. Так, этот чувак сказал, что он прямо отсюда может дозорного. Давайте сохранимся. Моя гордость. Ну уже. То есть он имеет в виду вот этого, я так понимаю. Нет? Так что ближе надо было подойти. Чую неприятности. Я не промажу. Ну, мне мешает. Кого подожди, занесет вообще? Про этого или про этого, наверное? О. Обалдеть. Кольт Бантлайн Спешл. Изготовлен на заказ. Патроны тоже. Любой каприз за ваши деньги. Так, ну я так понимаю, что нам сюда надо теперь. И вот так будем пробираться через кусты. И потом этими занимаемся. А, стоп, а как нам? Ага, надо сюда сначала. Нам вверх. Староват я уже для этого, мистер Купер. Да ладно, что-нибудь придумаем. Конечно. А, то есть он не может залезть. Да. Надеюсь, веревочная лестница вам по годам, мистер Маккой? Я предпочитаю доктор Маккой. Не сомневаюсь. Я предпочитаю доктор Маккой. Так, так себе озвучка все-таки. Так, достать взрывчатку, зоны тревоги. Все еще тихо. Что они там копаются? Где-то этот гаденыш прячется. Ничего, его найдут. Кого? Какого? Про какого гаденыша речь? Так. Громила. Женщина. Так, то есть мне надо как-то потихоньку... Люблю, когда план срабатывает четко. Надо, я бы вот этого громилу подманил к кустам и... Это точно. Все готово. Так, хорошо, давайте посмотрим, как это ходит сначала. Ага, она сюда приходит. Разве они не должны были уже вернуться? Трындит с этим. Босс развлечься с ним решили. И по заслугам, гаду. Так. Бросаем саквояжик. Мотыльки и пламя. Ой-ой-ой-ой. Ладно. Посмотрим, что тут у нас. Смотрите, обойди себе смертоубийство. Поторопимся. Спасибо. Надо быть начеку. Его приятель может поднять тревогу. Так, она ничего не... Просто ушел. Так, мне не страшно, мне не а нет, страшно. Все-таки начинает прячься искать. От меня. Очень смешно. Вижу, отлично. Ты еще здесь? Блин, не туда пошла. Если я тебя чем-то обидела, извини. Главное подобраться поближе. Вроде они эти нифига не услышали. Так, этим забираем саквояж, я думаю. Дорога сквозь ад нашлась. Ну что, приступим? Этим на всякий случай занесем в кусты трупик. Так, смотрим. Этот тут смотрит, этот тут смотрит. Иду. Что? Блин, там кто-то еще.
Блин, слишком много. Блин, как тут лучше сделать? Я могу... Ну, выстрелить слишком много... О, можно и вылечивать себя, порез, кстати. Перелом, огнестрельная рана. Да, соглашусь. На всякий случай. Главное продезинфицировать. Вот это да. А доктор-то настоящий? Что вас так удивляет? Вот эти двое друг друга контролируют, так? И плюс еще отсюда у нас есть... Один. Мне кажется, вот с этой стороны надо заходить. С этих камней. Да, надо бы сохранение сделать. Я могу, конечно, с двух рук выстрелить. А, подождите. Ой-ой-ой, нет. Давайте я постою. Давайте, знаете что, я, наверное, монеткой попробую вот этого. Правда, мне такое ощущение, что он... У меня их полно. Мне надо... Блин, ну он сюда вот не подойдет. Да. Так, мне, значит, надо этим... бросить вот сюда... Саквояжик, я думаю. Сколько раз мне? Прямо как на рыбалке. Что это было? Ну, понесло. Пора. Главное подобраться поближе. Сейчас этого попробую не убивать, а оглушить в этот раз. Сладких снов. Давай. Ну, я думаю, чем меньше вы убиваете, тем сложнее, как бы, игра. Не знаю, стоит ли труп прятать в данном случае. Так, слушай, доктором заберем саквояж. Иду. Я тут. Тут, я так понимаю, насколько этот далеко смотрит. Да, этот уже нам все в порядке. Особо не мешается. Конечно. И он не видит этого абсолютно. То есть я могу просто подходить и мочить парня. Ну давай. Не благодарите. Лежи и не двигайся. Так. Могу ли я этого как-то... Так, а что это за... Карауль? А, там 4 человека выбежит, если тревога будет поднята. Понял. Так, как нам... Что тут написано? Как нам лучше этих двоих что убрать? Они не так просто... Они не покидают свой пост и отвлекаются на более короткий срок. Он не станет двигаться без крайней необходимости. И откуда вы это узнали? Уж поверьте, эту породу я знаю хорошо. По пончу я это узнал. Так. Хорошо, какая у нас крайняя необходимость? Может быть, то есть на монетку он не среагирует, я так понимаю, и на саквояж тоже, да? Так что, подойти просто его... Сейчас или никогда? Ну, видимо, надо просто этим... Ножичком того. Кто там на свете зажился? Кто-то сегодня зубов не досчитается. Так, и этого Тащи просто... Его получше, ясно? Главное подобраться просто поближе. Оглушим. Отбор. Не шевелись. Ясно? Все свое ношу с собой. Начеку. Что пишут? В режиме побоища игра приостановится, чтобы вы могли спланировать по одному действию на персонажа. Нажмите Enter, чтобы немедленно выполнить все запланированные действия. Нажмите Shift, если хотите осуществить запланированные действия позже. На уровне сложности Desperado режим побоища остановить нельзя. Но у меня стандартный уровень сложности. Так, надо ножик забрать. Нам нужен ключ от сейфа.
Снова в деле. То есть, сюда нету смысла заходить в эту, но они бы выбежали, если бы мы тревогу подняли, я так понял. Дай мне пару секунд. Так. Вообще не проблема. Ну уже! Ключ должен быть у него! Надеюсь, давайте по-тихому. Я уложу одного, вы другого. Обыщи его получше, ясно? Я разогреваюсь. Так, интересно, и как это мы? Хорошо, давайте... Так, давайте я сохранюсь. Попробую именно оглушить из режима побоища. Значит, этого... Кто-то сегодня зуб... Так. Я бы пока не беспокоился, и совесть чиста останется. Так. Ну, пробуем прямо сейчас. Ну, что ты там копаешь? Я все равно прогуляться хотел. Без обид. Слушаю. Дэйд, лежи. Не двигайся. Прикольно. Все цены отдайте, а то будем ваши трупы. Пассажирам нужна наша помощь. Зачем тратить время зря? Пойдемте. Можете выбрать несколько персонажей, удерживая правую кнопку мыши, обводя их появившейся рамкой. Понял. Ну ладно. О, я готов. Иду. О, скоро вы с Толстухой Энн познакомитесь. Вам понравится. Так. Ах, да чего я таких, как вы, ненавижу. А вас так особенно. Если я сюда выманю вот этого, интересно, сработает? Всегда. Вот что бывает с теми, кто ездит поездами. И ножиком. Орел или решка? Смотрите его. Ну, иди. Да, блин. Не высовываться, а то башку отстрелил. Прямо ограбление века. Так, значит, надо подумать. Теперь придется подумать. Не, ну я могу... Вообще их сколько? Четверо, да? Нет, надо как-то... Их многовато. Это многовато. Я могу поверху пойти вообще, да? Просто их пропустить. Лучше сами нам все цены. Блин. Дайте, а то будем ваши трупы чистить. Вяжем парочку бандитов. Засада. Как по расписанию. Я все равно. Кстати, тут еще пули заканчиваются. О, не просто так все. Толстухен, познакомитесь. Вам понравится. Блин, чего этот не подходит? Ладно, давайте чуть ближе бросим, например, вот так. Мелочь нужна. А? Он вообще не подходит. Да чего я таких, как вы, ненавижу? Хорошо, а если я брошу монетку, и там будет саквояж, ну-ка. Врача вызывали. У меня осталась пара фокусов. Держим дистанцию. Вот что бывает с теми, кто ездит поездами Девита. Все путем. Всегда работает. Слышали? Вижу, ну, идет отлично. Вот так, да, не высовываться, а то башку отстрелил. Будет. Не уверен, что на это можно положиться. Спасибо. На всякий случай. Но я так понимаю, что в поле зрения не попадает этот труп, так что можно было и не прятать. Так. Дорога сквозь ад. Теперь так, да, этого посмотрим. Проще, но вопрос, попадает ли... Лучше сами нам все цены отдайте, а по-моему, этот на этого вообще не смотрит. Эй! В смысле, что, как он его... Фу ты, блин. Я его чуть-чуть не просрал сюда. Как по-моему, он вообще не обращает внимания.
Так что я могу этого оглушить просто. Кто-то сегодня зубов не досчитал. Какого черта? Ой, нет, ой, нет. А, вот ты где. Так, хреново. Сейчас будет шумно. Все. От тебя пуля плачет. Всего лишь царапина. Ну, пошевелись. Ясно? Они точно здесь. Не дайте им уйти. Кто бы вы ни были. Большое спасибо. Так, сейчас прибегут. Прибежит народ. Хватит на сегодня сюрпризов. Где эти, блин? Это, знаете, всегда в этих играх это выглядит как белки-истерички, вот это. Я там... О боже, орехи. А, я сохранюсь. Я думаю, норм. Не высовываемся. Так, ну что, можно дальше идти. Этот парень тут... А, он вообще нифига не видит. Нам что, сверху, что ли, идти? Похоже на то. Видите, я знал, что у вас есть сердце. Разве что в анатомическом смысле. Разобрали. Угу. Начало состава. Мы на месте. Нам все еще нужна взрывчатка, чтобы расчистить туннель. Тут нет ничего сложного. Маркер поля обзора показывает, следят ли за этим местом охранники. Удерживайте правую кнопку мыши, чтобы разместить маркер на месте или на охране. А, это прикольно. То есть вот, видите, сюда ставлю, это будет понятно, что это место сейчас видят, а сейчас не видят. Угу, прикольно. Так, что тут у нас? Этот постоянно бегает туда-сюда, я так понимаю. Понял. Прямо ограбление века. Все, поехали. Быстро. Смотри, успею ли я? Нет, наверное, не успею. Давайте подожду. Так, тут носят. Я хочу его оглушить и, ну... Эй, мозгляк, чего ждешь? Чтобы ящики сами себя разобрали? Все тихо сделать. И спрятать труп в кусты. Посмотрим, ну, чем да. Этот тогда заниматься начнет. Лежи и не двигайся. И взяли. Успел. Ну и что он сделает теперь? Он, наверное, будет постоянно так бегать. Главное подобраться поближе. Прятаться будем, да? Так уж меня простите. Ну так что? Без обид. По-моему, трупы в кустах. Ну это не труп, конечно, я... они оглушенные мной, но по-моему, они просто там исчезают куда-то. Все, и ножек нету. Так, окей. Так, тут вот парень тоже гуляет. Обойдемся без смертоубийств. Вообще не проблема. Сладких, давай-ка мы тебя свяжем. Успею ли? Я что-то не посмотрел. Не высовывайтесь. Когда он обратно идти будет? Мы разберемся. Спасибо. Большое спасибо. Так, у нас тут двое остается. Ну, этого можно будет ножичком тобой. Ага, охранник в пончо. Вот этот не очень. Блин. Так. Все вот свое. Для этого, мне кажется, мне надо... Неплохая мысль. Этот сделать, саквояжик. Потому что вот этот охранник в пончо... Может просто его снять, кстати, издалека. Ну, как бы патронов жалко. Давайте, пока он там ходит, я... Вылечу парня. Я разберусь. Спасибо, раз меня эта штука выручала. Прямо как на рыбалке. Сайт будет обратно идти.
Я тут. Главное подобраться поближе. Улов выйдет знатным. Пора заработать. Работает как часы. Бай-бай. Лежи и не двигайся. Так, доктором забираем саквояж обратно. Все цело. Посмотрим. А, этот хреново трупы таскает. Так, кого нам убрать? Ну, вот этого я не могу убрать без убирания этого. Другой вопрос, надо ли мне это. Пошли в эту сторону. Что у нас тут? У нас тут есть камень, который я могу на этих троих сбросить. А этот вообще, по-моему, просто убирается. Как поживаешь? Пошли. Славно. Ну что, приступим? Что такое? Поторопимся. О, там что-то новое ружье, видимо, будет. Ну давай. Безобидно. Ну я так понимаю, что тут не обязательно эти трупы убирать. Хотя вон там чувак. С бандитами мы разберемся. Спасибо. Большое спасибо. Так, давайте я вот сюда поставлю. Идем. Проверять. Так, как открыть? А, это... Понял, это патроны для ружья доктора, кстати. Судя по всему. Видите, только он может открыть, а этот первый не мог открыть. Ладно, полезли наверх пока. Отлично. Ничего себе, каменюка. Это выгляди упадет. Сейчас или никогда. Ачивку. Убить одновременно трех человек. А, охраннику в пончик пофигу. Придавило троих, господи. Бывает. Обычно я работаю один. Так, слушайте, может, раз у меня там один патрон есть... Нет смысла отпираться, дорогуша. То давайте, может, как-то... Да я честно не знаю, мисс. Можно прям толстуху Н мочкануть, как вы думаете? Давайте я сохранюсь, просто интересно посмотреть. Смотри, наверху! А, тогда начинаю из караулин. Большое спасибо. Не, давайте лучше я загружу обратно. Не, мне не надо из караулин, чтобы еще попоявлялось. Давайте мы попробуем максимально чисто пройти. Моя гордость. Они даже не почувствуют. Так, вот это. Хотя. Надо ли? Как он вообще ходит? Пора. Осматривает. Так. У нее маленький обзор. Этот. Только чисто эту смотрит. Нам как бы... Тут пофигу. Вот этих двоих надо... Вообще нам надо вот этого убрать и пробраться сюда. Где они? Угу. Иду. Упс, упс. Какого черта? Успел. Главное подобраться. Ладно. Поближе. Не смог. Так что, продолжим? О, а я что-то с лошадьми могу делать? Да я честно не знаю, мисс. Ну, тяжеловато. Нет, это труп. Так, а что у нас с вопросиком тут? А, это камнем воспользовался. Так, ну что, нам наверх с этими что-то сделать. Чешпулю в лап. Я понять. И о чем вы говорите? Поторопимся.
Блин, вот этот. Надо будет. У нас не вагон. Отвлекать. Что такое? Угу. Не знаю, мисс, честное слово. С боссом. Этот вот так ходит просто. Этого надо будет отвлечь. Сначала надо этого убрать. Все свое, потом этого отвлечь в эту сторону и снять там, где не видит вот тот сверху. То есть вот тут где-то. Не вопрос. Иду. Идем, идем. Сейчас или никогда. Успею ли я... Ну, успею. Давай. Давай-ка мы тебя свяжем. Мои люди. Я все равно прогуляться хотел. Ну, начнем. Так. Дай мне пару секунд. Чисто сюда монеткой отвлекаем и ножичком. Вижу, отлично. Ну что ты не подходишь? Надеюсь, ладно. Приходится комбо с акваяжем делать. А мне-то какое дело? Какой он длинный, этот поезд. Так, блин, вон же с акваяж, чувак. Не высовываемся. У меня их полно. Это он, походу, его... Еще время тратить на это. Офигеть. Он его не видит. Очень тупо. Нашлась. Блин. Это получается надо вот куда-то сюда бросать. Только там он видит. Прямо как надо. Так. О, я всегда работаю. А мне-то какое дело? О. Нужен мне твой хлам, хитрю. А, это парень в пончо, блин. Я пока не беспокоился. Не лезьте под руку. Черт, а как же, как же? А как же тогда? Нет смысла отпираться, дорогуша. Мои люди все найдут. Да я честно не знаю, мисс. То есть мне вот надо как-то кэт... Ну, я могу просто обойти... А, понял. На чеку. Идем. Надо просто обходить вот так. К этому сначала подбираться, а потом уже парня в понче снимать. Но он тогда легко там снимается, потому что его никто... Ну и этот легко снимается на самом деле. Я понятия не имею, о чем вы говорите. Хотя, блин, ну он же тоже контроль... Ну... Конечно. Блин. Давайте сохранимся. Ну, то есть я могу этого, но я не уверен, что тогда вот этот не заметит. О, видите, он замечает. Что? Эй, ты! Слушаю. Я не промажу. Чую неприятности. А, тут стрелок! Как поживаешь? К бою готов. От тебя пуля плачет. Не знаю, я так и не придумал, как мне лучше. Пройти без. Ну вот без этого. Эй! Кто тебя связал? Кто это с тобой сделал? Ух ты, они развязывают прямо. Прикол. Ну, не давайте. Знаю, к чему это все идет. Попробуем еще. Моя гордость. Сделаем так. Возражений не имею. Этим сделаем. Кто там на свете зажил? Так. Это славно. Обойди. Эй, там снайпер! А теперь. Сейчас будешь. Так. Старые, но. Итак. Трачу все пули.
Кто-то сегодня зубов не досчитается. Твою ж мать. Не шевелись. Не знаю, может и не надо беречь пули прям так. Снова в деле. Ой, блин. Ах ты ж. Ой, блин. Твою мать. Все. Не, надо сейв загружать. Черт, я что-то не пойму. Я не пойму, как мне тут пройти так, чтобы не заметили меня. Всего лишь двое чуваков сидит, я не понимаю. Может, мне не надо проходить? Может, мне надо заняться взрывчаткой и успокоиться? Я не понимаю, вот эти двое друг друга. Этот уйти. А, так стоп, этот же может отойти. Че я туплю? Все, я допер. Нам надо, чтобы, знаете, куда отошел. Вот сюда куда-нибудь. У меня их полно. Мелочь нужна? А? Кто там на свете зажился? Да блин, а чё ты не подходишь-то? Этот в пончо понятно. Ой, блин. Дай мне пару секунд. Нет смысла отпираться, дорогуша. Мои люди всё найдут. Да я честно не знаю, мисс. Всегда работает. Ну где же оно всегда работает? Это еще что за звук? Почему не подходит? Почему? Так, слушайте, я могу, пока он отворачивается. Так, еще один. Значит, смотрите, что я делаю. Я понятия не имею, о чем вы говорите. Я кидаю монетку. Орел или решка? Слышали? Зажимаю shift. Беру этим оглушение этого сразу, а этим оглушение этого. Поехали. Уж меня простите. Во. Вот оно, что надо было сделать. Так что, взяли. Понял. Так. Как поживаешь? Ну так что. Поехали. Этот тут один одинешенек сидит. Этого тоже можно будет я сейчас снять. Я знаю, что компания Дэвид везет деньги этим поездом. Так где они? Мне откуда знать? Кто ж мне скажет? Сладких снов. Лежи. И не двигайся. Так, спущусь, этого уберу. Ладно. Просто чтобы вообще зачистить всю карту. Этого парня никто не контролирует. Обойдемся без смертоубийства. Да, вот там было сложно. Не благодарите. Не шевелись. Ясно? Продумать. Так. Возвращаемся. Тут у нас этого нету. Осталось убрать и все. Отлично. Пулю в лап. Я понятия не имею, о чем. Мое терпение на исходе. Прошу вас, не надо. Ой. Лежи. Бестолочь. Шевелитесь, идиоты, пока маршалы не подоспели. Значит, в этот раз обойдемся без слез. Тут еще патрончики для меня, я так понимаю. Долго выпью. О, я готов. Я бы пока не беспокоил. И что, ни звука. Я еще не разогрелся. Конечно. Снова в деле. Так, что нам подсказка говорит? Можете взять взрывчатку из бочонка и швырнуть. Цельтесь с помощью А. Используйте левую кнопку мыши для броска. Берегитесь, если промедлите, динамит взорвется у вас в руках. Понял. Значит, надо сначала вот с этими ребятами разобраться. Сейчас хочу полностью зачистить уже всю карту. Хотя вот это можно не зачищать, этого парня. Хотя тут что-то в сундуке. Или... А, это просто Ctrl нажимаешь и... Понял. Слушаю. Я тут. Надо опять же вдвоем, одновременно. Врача вызывали.
Начеку. У нас не вагон времени. Хотя у меня патронов дофига. Чё тут? Так, значит, опять shift. Вижу, отлично. Главное, иду. Так. Это и Y. Спасибо. Так, и Enter. Вяжем парочку бандитов. Давай. Ну, я уже, кстати, привык к управлению нормально. Не двигайся. Можно вполне терпимо. Так, что ну, это? Может, все-таки разберемся с этим. Что на это можно положиться. Все-таки хочется путь. Уже, чтобы чисто все было. Кто-то сегодня зубов не досчитается. Идем. Спасибо. По-моему, можно уже не пригибаться, а заняться бегом по пересеченной местности. Как по расписанию. Ну, это же скорее. Сейчас рванет. Вообще мог этих не убивать, их бы разнесло. Вот видите, они подпрыгнули. Ой. Так, Дендер, мы проехали. Обычная работа. Почему они сюда бегут? Куда они провалились? Вперед, парни! Смотрите, ее связали! Кто это с тобой сделал? Блин. Слушай, давайте выберем безопасное место для встречи. Не возражай. Обыскать тут каждый угол! Они от нас не уйдут! Выкурим их на сегодня дюйм! Хватит на сегодня сюрпризов! Эй, думаешь, ты крутой, да? Мне мерещится! Героя поиграть решил! Да хочешь сдохнуть с героем? Не лезьте. У нас тут гости! Надо их найти! Они уходят! Они где-то здесь! Продолжайте искать! А где условленное место у меня? Где-то здесь! Вот ведь пронырливый! Слушайте, хорошо, что я все зачистил. Что-нибудь нашел? Ищем, ищем! Нельзя их упустить! Любой каприз. Держись, я тебя развяжу. Кто тебя связал, ты помнишь? Так. Блин, так мне их лучше убивать, он ходит всех развязывает. Ладно, где у нас условленное место? Нашедший забирает все их добро. Где условленное место, блин? А. Понял. Ну так что? Ну... Боже, ну бегите. Вывязали кого-то из наших. Белки истерички, реально. А, то есть пока... Продырливые ублюдки. Они уходят. Они где-то здесь. Продолжайте искать. Пока... Пока идет тревога, я не могу там спрятаться, я понял. Интересно, это долго вообще будет? Короче, мне убивать их надо, а не... Видите, они всех развязали. Все, можно теперь на это место. Да, блин. Кто тебя связал? Кто это с тобой? Дорога сквозь ад. Кто это тебя связал? Все, мы уходим. Наконец-то. Пора разобраться с остальными. Полностью согласен. Счастливо. Что это, такие, знаете, скрипт не срабатывает, типа, все подходят развязанные. Ну, я считаю, что я со всеми разобрался, просто не знаю, как, не зная механики, что... Думаете, я поделюсь с вами? Расслабьтесь, мне чужого не надо. Не, ну серьезно, какой плюс в том, чтобы не убивать, получается? Получается, всех надо убивать, нету смысла связывать. Как я и говорил, не хочу опоздать на встречу. Дело ваше. С вами было не так плохо работать, Маку. Еще бы. Если понадобится профессионал, обращайтесь.
Чу-чу, мазафака. Удачи, мистер Купер. Ну, я так понимаю, что это первая миссия. Думаю, для первого... О! Я еще не всех мирных спас. Вот надо было взрывчаткой прикончить, а не ходить спокойно. Отвлеките одновременно несколько бандитов монеткой Купера. Не сделал. Не сохраняйте игру. Не сделал. Не используйте. Не сделал. Выполните задание менее чем за 5-3. Явно не сделал. Короче, так я себе тут, конечно. Только единственный его значок получил. Не знаю, где там еще были группа мирных? Это, видимо, там, где я стрелять начал. О, прикольно, повтор. Ух ты, зависть. Прикольно. Я проходил 42 минуты миссию, а можно было за 5. Нифига себе. Не, ну когда ты выучишь эту миссию, я думаю, что, конечно, ее за 5 минут на высоком уровне. У меня вот тут, пожалуй, только единственный затык был с этими вот ребятами, и все. Так прикольно. Ну, вот такая игра. О, видите, сколько раз сохранено, сколько раз загружено даже. Показывает. Ваши впечатления пишите в комментариях. Вряд ли я буду ее, конечно, проходить. Я не силен в стелсах. Я думаю, вы это увидели в этой партии. Но мне кажется, игра сделана неплохо, кстати. Приятненько. Такой этот сеттинг Дикого Запада еще. Ладно, на этом все. Играйте в умные игры. Ваши впечатления пишите. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.